А вот с разгону, понятно. Counter-Strike тоже, да, прикольно. Блин, как они это делают? Так, одно. Это вот чуки там с Карл Джексоном мы играем в Half-Life 2, как бы. Не по кругу, а как бы я просто решил принимать. Карл Джексон играет в Half-Life 2 и так далее. Так, погодите. No clip. Не, стоп. А я забыл, как называется эта фигня. Типа. Свачиц, да? Свачиц. Нет. Свачиц. Один. Good mod. Так. N. Так. Но... Не, стоп, 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 кто он, скажите. Bind N. No. Clip. Так, куда надо ехать-то, чё-то забыл. Туда, да? Да. Вот он! А, Джимен! Там Джимен был, надо его догонять. Не, погодите-ка, зачем? Н. И он. Где же моя? Ну-ка стоять! Я возьму, загружу сохранение. F6. Вот ты где. Куда ты пошел? Чё ты смотришь? Он видит меня! Он видит, что я чистым способом! Он следит за мной. Че, типа, я нечестно поступаю, да? Пойдем. Проснитесь, мистер Джимен! Нас ждут великие дела! Джимен! Здесь они только на меня? Дорогие вот. Джимен! Ай! О, пошел! Пошел таки. И сейчас, ну и ладно. А блин. Так, и чё, короче, я хотел сказать-то, типа... Типа то, что... А тут можно настройки уже поменять, типа... Смена оружия. Клавиатура, мышь... Аудио... Дополнительно! Быстро смена оружия, всё, окей, всё. Всё, кавказки. А, надо все-таки вернуться в лодку-то.
Хотя пофиг, я просто могу на ноуклепе вот так вот пролететь и все. Как бы знает, да, кто скажет, как ты читеришь, ну идите в жопу. Не хотите, не смотрите, я всегда буду читить. Не только в Half-Life, везде я читаю, по большому счету. Кроме тех игр, где не надо читить. Я уже писал тому чуваку, которому не понравилось, что я с читами прохожу. Ну и ладно. Не хочет, пускай не смотрит. О! Дай сюда. Давай. Ладно. Типа я падаю, а? Ну кидай, что ли? Давай! Слышь ты! Кидай! А, ну похуй, не надо ничего найти. Как подобрать её, слышишь? Что? Уровень радиации. Радиации? Я ж типа бессмертный от этой радиации. Почему? Я по кругу пошел, я понял, значит надо куда-то пойти в другое место, возможно, да? Вот сюда.
Это кто? Опять. Какой-то чел изуродованный. Стоп. Понятно. Я сюда же зашел за оружием, это непонятно. Куда идти мне? На лодке было сюда приехать. Ладно, если только такой вариант. Ладно, поеду на лодке этой. О! Как? А, блин, вот сюда. Могу проехать. Thank you.
Что я могу с ним сделать? Там чё? Ну что, как-то можно что-то сделать? Ага. А, ну наверное так только. Где-то наоборот же надо, чтобы... А чё он обратно поднимается-то? Алло? Я за... Как тут проехать-то тогда, если тут... Херово не поднимается. Не понимаю. Ай, куда... Бочки, что ли, перетащить сюда, или чё, не пойму. Все, едем дальше. Нет, я застрял. Нет, не застрял, едем дальше. Опять вы. Я вас возьму и... Нахуй собью. Почти страйк. Я люблю стрелять. Так что... А проехать нельзя? А вот, с разгону, понятно.
Ах вы суки. Откуда же я знаю, что тут выдергивают, блин, из колеи? О, вот прогрузка уровня, пожалуйста. Попробую исследовать маршрут самостоятельно. Тара! Блин, я хотел на N нажать. А! Как бы тебе туда попал? Тут ничего. А эти? Блин, я застрял. Я сейчас их... Ну-ка. А чё специально? Непонятно, бесполезно. Чё-то скриптовая херня, я так понял, её никак не убить.
А что приближать-то? Присесть! А, на Z, на Z. Хедшоты, чтобы сразу раздавать. Во. Только нетка какая-то. Как в Робокопе, реально там типа приближаешь. Вот как в фильме там типа было показано, что типа напарник с Робокопа типа приближал специально вот там это, и он настраивал. Тут то же самое. О, револьвер. С отдачей. Но в обычных коробках редко когда что прячется, вот в коробках, где нарисованы патроны, как бы то там логично, что там должны быть патроны. У этих вояк тоже патроны. О, разбивать все как в Counter-Strike тоже, да, прикольно. Блин, как они это делают? Не, я не буду это повторять. Зачем это делать, когда... Есть ноуклип. Один патрон остался. Ну, ладно. Так. Все, до свидания. Thank you.
Граната? Прикольно, граната. На нах. Убежал. Зараза. Так, подожди, я тут же пришел по локе, да? Ну да. Страшно надо идти. Еще граната. Чтобы на всякий случай, чтобы ее не использовать, за зря. Стоп, а тут что? Еще? По-моему, это все уже. Гиблое место. Ну, то есть не гиблое место, это конец карты. Тоже карта не законченная, значит. Где-то тут по переход. А! Что я сделал? Вот, переход. То. Ну-ка, вряд ли, конечно, это сделал, но только за потери потратил патроны. Кошки вообще не надо убивать, я не знаю. Во, прогрузка. Жалко, нельзя их. Б.
Блин, давай, давай! Еее! Один из них охренеть, смотрите, как он вот сжирает. Блин, надо было... Один из этих сожрал вот это вот. Че я сделал? Хотел типа... Ладно, потащить хотел, типа, чтобы еще один сажал труп уже, как бы. Ну все же, получилось бы. Стоп. Ага, вот здесь. А, ну здесь да. Тут, скорее всего, типа, вот так вот бы я сделал, типа. И вот так бы хуйракс. Или чё, зачем я это сделал еще? Не понимаю. О, дальше идем. Ничего, рано, только 4 глава, вон она преграда, ну продолжаем дальше. Херачи, да ну клепи. Ага, ладно. О! Ничего. Дальше. А вон туда. А, я наждет, что я... Блин. Пофиг. А чё они типа будут сгораться, то если я на лодке поплыву, да? Или чё? Походу я опять игру сломал, мне надо будет... возвращаться. Я поплыл на лодке, они меня открывают. Дальше. Thank you.
музыку задолбал, крутит, вот. Тут ничего интересного. О, фонарь, значит. Что-то все раскидал. Да хорош бегать, сука! Внимание! Опасный уровень радиации. Состояние ухудшилось. Я сейчас сдохну таким темпом, надо, значит, альтернативу брать, типа, если нету этого, значит, восстанавливать здоровье, типа, пополнить здоровье, значит, получается, пам, 5 бьем, да, 4, похуй, вообще, абсаль, что за шестопал фондовский, третий, чат, нихера тут. О-о-о. Дисциплин. Кому-то дисциплина. Еще рано. Я ничего писать не буду. Так, что хотел-то? 4, Half-Life 2, 5. Так. Бесконечный пат... Нет, на патроны пофиг. Надо, чтоб... Типа год... Бессмертие не уязвимость. Его получает ранение, но не умирает. Удачи Кристону. Писалось на вид полет сквозь стены. Так, чунайк. Так, удачи лом. Ну-ка. Это не оружие, ну как бы это чем рационный пакет с едой, может быть. Может что-то будет из этого. Если я скоро сдохну, то все. Если не я, Фримен. Ну, поняли, как бы.
Так, Half-Life, так, Карл Джексон играет, проходит Half-Life, проходит, я думаю, правильно сказать, проходит, хоть и прохожу, хоть и, извиняюсь. Так, give me weapon. Все, меня убили. А что делать. Ну типа вот. Ничего не происходит. А теперь куда-то? Куда? Ой. Я записываю, ты вовремя всегда. Я записываю, ты вовремя всегда. Кого? И чё? Так, одно его убило. А вот здесь вот сдох. Вообще самое нечестное место. Да, придется лучше часто сохраняться и все. Вот это что за херня? А, пфу, это лампочка. Я думал, что это... Походу, это и есть запасные. Ну, типа, смотрите, у меня был... Ладно, не важно. Вот здесь вот надо нас что-то сделать. Нет. Раньше. Во. Ну сейчас меня обратно выкинет. Нет, нет. Сохраняемся. Ну чё, во время игры, что ли? Б! Во время игры, что ли? Не могу, я записываю.
ты, сука. Там, наверное, ничего нету, да? А, вот туда. Или я туда... Нет. Да. Ну-ка, сожри, сожри. Сюда забрался. Да блин. Так, а куда дальше-то? Туда что? Ну он. Нет, не сюда. Сюда! Да. Или... Нет. Заново. Сюда? Нет, тут точно ничего нет. Потому что есть, но я не... Вроде как-то надо тоже через этот... Он сюда, по-моему, да? Так, а там...
Ничего. Так? Тоже нет. А куда? Вот теперь я в ступор попал. Куда идти дальше, хер его знает. О. Сюда? Нет. Прозрачно все. Сюда? Тоже все прозрачно, то есть ничего не сделаешь. Получается, я отсюда пришел. Возможно, сюда свернул. Отсюда сойти, да? Да. Так. Вот я этих захерачил. Ну и все, дальше. Туда. Потом сюда. Здесь ни хера. Надо опять на какой-то этот зайти. С какой-то скрипт. Тут игра поняла, что я дошел до нужного места. Стоп. О, сюда, походу, да? Конечно. Во. Незаконченный мир. А чего-то сюда надо завернуть. Во. Да блин! Чуть-чуть пролетел туда. Ну идем. Тихо-тихо. Че нахера, типа, мне можно просто пролететь и ничего не делать. Типа. О, так я же здесь и был. Какие-то рычажки надо нажать или что? Тоже был. А дальше. Так вот что ли? Да. Вот восточное черное мезо. Все. Пока что это все. Пока. Обрезаю.